Я хотел бы задать Ксении Григорьевне уточняющий вопрос. Значит, я правильно вас понял, Ксения Григорьевна, на ваш взгляд, Беловежское соглашение не развалило Советский Союз, а зафиксировало, как там и написано в тексте Беловежского соглашения, зафиксировало, констатировало факт развала Советского Союза. Нет, я не согласна с этим. Я не согласна. Тем не менее, юридического акта о роспуске Советского Союза не было. Его как такового не было. Значит, у каждого из руководителей союзных республик и у высшего советского руководства оставалась возможность скорректировать процесс. Оно было следующим шагом на том пути, который вел к, к распаду, но от собравшихся там зависело, делать Спасибо. Этот шаг или не делать Спасибо. Его. Беловежское соглашение не развалило Советский Союз, а зафиксировало, как там и написано в тексте Беловежского соглашения, зафиксировало, констатировало факт развала Советского Союза. Не развалило Советский Союз, а зафиксировало, как там и написано в тексте Беловежского соглашения, зафиксировало. Не развалило Советский Союз, а зафиксировало, как там и написано в тексте Беловежского соглашения, зафиксировало. Нет, я не согласна с этим. Юридического акта о роспуске Советского Союза не было.